Приветствую вас, и, понимаете, спасать что-либо вообще не лучшая идея, потому что спасает, как правило, насильно, спасает, как правило, ну, без согласия, и спасает, как правило, доминируя, то есть. Ну, если вот так предположить, что ваш муж таким довольно специфичным образом, специфическим образом спасает свою маму. Вот. Или мама специфическим образом спасает своего сына таким специфическим образом. Тут приходите вы и начинаете спасать. Вот, ну, получается, все вокруг всех спасают. Вот, а что дальше? То есть, знаете, спасительство это немногим лучше, то есть совсем не лучше, чем то, что происходит сейчас. У вас в отношениях, потому что сейчас в отношениях у вас происходит то, что, ну, условно говоря, вы зависимы от своего мужа в материальном плане, вот, и вы говорите, что вы зависимы, но вы упускаете из виду тот факт, что вы попали к нему в зависимость, то есть вы стали зависимы. И если бы вы не стали зависимы, то мой бессмен, скорее всего, так не вел, потому что он ведет себя таким образом не просто так, а потому что знает, что он может так себя вести, а знает он это, что может так себя вести. Неспроста. Об этом сказали ему вы. Понимаете, какая здесь вот цепочка. Вы ему об этом сказали. Вы сказали ему о том, что он может так себя вести. И он себя так ведет. Он ведет себя ровно так, как вы ему сказали. Нет, понятно, что я сейчас немножко утрирую, понятно, что я сейчас понятно, что я сейчас несколько возвожу ситуацию в абсолют, да, вот это. Ну, это, я надеюсь, это понятно, что я немножко вот возложил ситуацию в абсолют, но то, что вам вот нужно понять, это то, что вашего мужа как такового, вот как того, кто он сейчас есть. Да, не было бы без мамы. Это правда. Не было бы. Без мамы бы его не было. Но и без вас его не было бы тоже. Понимаете, в чем штука? Это неприятно. Это неприятно. То, что его не было бы без вас, но это правда. И попадая в зависимость от него, вы как бы пролонгируете вы
позволяете мужу делать то, что он вот, ну, так или иначе, хочет, что позволяете мужу поступать так, как он хочет, например. Понимаете? Вот. И это неприятно. Опять же, повторюсь, это неприятно очень. Вот. Но это то, что больше всего похоже здесь на истину. То, что вы сейчас хотите спасать брак, тоже довольно, ну, довольно показательно. То, что вы пытаетесь спасти брак сейчас. Потому что как бы вы не столько вас, точнее, вот так я сказал, вас не столько интересует человек. Сам человек. Сколько брак, то есть отношения, то есть то, что они вам дают. И за этим, как вот мне опять же кажется, да, скрывается в этом скрывается ваша нуждаемость в определенных вещах. Вот. Такая нуждаемость у вас есть. Но эта нуждаемость, она сама по себе нормальна. То есть в этой вот нуждаемости ничего нет такого плохого, ничего нет такого аномального, да? Вот. Но вас это делает уязвимой. Их уязвимой вас это делает очень сильно. И вот вся тонкость заключается в том, как мне кажется, вся тонкость заключается в том, вот возьмете ли вы на себя смелость, да, признать, что, ну, что то, что случилось, то, что произошло, то, что происходит сейчас, это еще и ваша ответственность. И вы как бы вот сталкиваетесь с тем, к чему приводят ваши действия, к сожалению. Вот. Понимаете? Какая штука. То есть это вот, ну, как бы нехорошо. И, ну, и неплохо то, что происходит. Это просто факт. Такая вот история. Здесь.
Вот то, что я могу вам ответить сейчас с точки зрения психологии, то, что я могу вам ответить сейчас с точки зрения психотерапии, вот, и, соответственно, с точки зрения психотерапии вам имеет смысл обратите внимание на эти аспекты, которые вот я озвучил. И вы удивитесь, но когда и если вы будете меняться, когда и если вы там начнете меняться, то вы удивитесь, насколько будет меняться ваш муж. Вот. Конечно, он может и, ну, условно говоря, он может дать задний ход. Но в большинстве случаев люди меняют. В большинстве случаев люди меняют. Особенно ваш муж, да, он тоже человек зависимый. Ну вот, это, ну, это очевидно. Здесь, я надеюсь, не нужно никаких доказательств дополнительных. Вот, соответственно, он как только поймет и увидит, что вот он реально может вас потерять, да, ну, я думаю, что ситуация сразу начнет меняться, я уверен в этом. Вот я в этом уверен, на 100%. Вот, другой вопрос, повторюсь, что вот вопрос заключается в том, хотите ли вы. Хотите ли вы сами, ну, что-то менять в своей жизни. Вот. Потому что вам можно помочь, но для этого нужно, чтобы вы хотели. Чтобы вы хотели этого. Вот это то, что я могу вам сказать сейчас. С точки зрения психологии. Так, значит, реально, так, наверное, бывает так, значит, да, что касается алкоголя. Что касается алкоголя, то здесь ситуация, ну, безусловно, сложнее, вот, в том смысле, что, ну, ситуация, безусловно, сложнее, в том смысле, что алкогольная зависимость, это еще, значит, и химическая зависимость, к сожалению. Вот, и если ваш муж употребляет, ну, достаточно давно, то это, конечно, проблемы, вот, но ничего такого, что нельзя было бы решить. Вот. Повторюсь, вам сейчас важно увидеть, как вы зависимы от других людей, да? Как вы зависимы от мужа, например, своего.
или от его мамы, там, вашей, ну, свекрови. Вам нужно ставить себя на первое место. И тогда, на мой взгляд, потихонечку все будет нормализовываться. Вот, и муж, если он хочет, он найдет в себе силы меняться вместе с вами или своим собственным путем, но найдет в себе силы. Вот. Такой ответ я могу вам сейчас предложить. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Вот, и надеюсь, что ситуация ваша будет разрешена самым лучшим образом.